Ну там, походу, шкаф какой-то. Бомж везде. Да 100%, конечно, да. Не исключено. О, выход куда-то. Ну как-то странно, слушай, я уже на самом деле даже заплутал. О, смотри, какие модные очки лежат. С разбитым линзой. Это защитные. А это академика. Академика? А это на улице тоже. О. Попробуй еще чуть-чуть, только смотри, не выйди. Это понятно. А здесь лестница была? Так, дай-ка я отсниму. Еще открыть? Это вот, короче, где два подвала, где мы лазили. Ну и все, в принципе. И вон что-то там Брынцалово. Что за Брынцалово? Не знаю. Ага. Это он, это, с лобка, наверное, да, пилил-то? Здесь уже срезали. Ой, мы на чердачок сможем попасть. Это меня радует. Это меня радует. Мужик пока один. Так. Вот такая вот комнатушечка. Натрий. Нитиосульфат. Знаешь, что это такое? Что там происходит, тоже непонятно. Угу. Мне кажется, фонарик можно сказать. Вот это, да. Чисто посмотреть, что за вещи здесь лежат, да? То есть примерно было. Ну, строительный материал, жидкое стекло. Это что такое? Какой-то фильтр. О, смотри. А, нет, я думал, это этот. Ага. Ящичек для шмоток. Кто-то тут металлчик приготовил сдавать. Желатин. Ага, слушай, ну предприятие тут какое-то было. И скорее всего пищевое. Видишь, они тут что-то мылись. Душевая. Одна, вторая. Может быть, кондитерка была. Ну-ка. Вот соль здесь валяется в больших количествах. Слушай, это больше на склад похоже, да? Нет, это точно какое-то пищевое производство было. Только вот как понять, что они тут делали? Туалетная бумага была, я думал, что это упаковка какая-то, чья-то что-то. Вот, а здесь вот что такое? Соль. Вот. Слушай, может быть, даже рыбу тут солили. Ну, покупали рыбу и делали ее тут соленой. Засоленный. Или как там? Так вот происходит. Угу. Что? Скрытый дело. Вот там. Кто-то здесь. Походу жил тут. Слушай, тут окна все на месте. Закрыл, в принципе, здесь тепло. Угу. Двойные окна, дверь закрывается плотно. Где душника там? Ну да, то есть в принципе. Можно же смотреть с вещей. О, это скорее всего раздевалка была, да.
Огурцы. А может, они огурцы здесь делали? Смотри, вон, 6 да, трехлитровых банок. Я думаю, что раз засаливали и желатин. Кубанский мост. Во. Хрена себе. Потому что, ну, какие тут еще могут варианты быть? Пока никаких догадок нету. Чё-то... Да, попробуй. Попробуй. Чтоб не вывалились. Это как раз то самое место. Только на этаж вышел. Ага. Там вот где-то песики нас палили. Оттуда вот мы пришли. Нагатинская. Жесть, конечно. Ну все, тут больше смотреть-то не на что. А, да, да, чердачок. Чердачок по любасу. Ну, чердачка тут, наверное, нету. А вот крыша. Крыша, скорее всего, есть. Да, уже два мужика стоят. Так я же говорил, он один там внутри был. Угу. Вот в то здание можно пройти, если мы где-то вот там вот пересечем. Ну, понял. Угу. Толчком. Нет, ну, здесь... Все нормально, даже не обратили внимания. Аккуратно. Не упади только. Сейчас я открою, чтобы мы туда за угол зашли. Отлично. Здесь можно, кстати, разглядеть уже получше кое-что. Я прям хожу, что-то проваливаюсь. А сколько мы лет такие? Оно, по-моему, закрыто. Хотя... А там и машина вон стоит. Машина стоит, да, и забор. Да, и забор, да. Видишь? И что-нибудь есть? Себе. Однако. Мощно, мощно. А, вот что я хотел. Вот в это, по-моему, здание же ведь можно попасть. Вон, видишь? О, тут сколько металла лежит. Но он приварен. Ну, правильно. Я тебе больше скажу, что она поднималась. Ну, она вот не приделанная. Угу. Видел? Да, а мы откуда шли-то? Мы вот оттуда шли. Ничего себе, мы аж вот от того моста пришли, где поезд идет. Опять нас спалили. Вон они лазят. Собаки дикие. Вот, короче, угол забора, видишь, из кустов торчит. И вот они вот там вот где-то. Вон они. Внизу забора, видишь, шевелятся. И там, кстати, слушай, тоже какой-то, смотри, цех стоит. Вон, видишь? Что-то непонятно, что-то такое. Завален такой. Обалдеть, может. Я не исключаю возможность, что это вход куда-то туда пошел и доходишь до туда, там еще куда-нибудь идешь. Как вот здесь вот, вот этот коридор, он походу шел в это здание. И чтобы не поверху, чтобы со спутника ничего не видели, то они просто груз доставляли под землей. Возможно. Понимаешь? Не исключено. Ну, короче, мне кажется, вот то, что там тачка стояла, вот, она уехала за тем мужиком вот туда. Ага. Да я потому что он следам. Туда пошел. Ну. Вот. А как далеко они уехали, ты не видел?
Ладно, сейчас попробуем еще как-нибудь посмотреть. У нас тут перерывчик. Адреналин раш. Так вот, это не реклама. Это просто не обращайте внимания, там вода была налита. Короче, вот там забор, прогал есть. Вот. И мы сейчас попробуем вот через то отверстие попасть к тому складу. Что, спускаемся? Да. Как я там говорил? А, прикинь, ножницы. Советские ножницы. Это по металлу, что ли? Да. Отколотый усик. А ты как думаешь, режут? Ты же советский, по-любому режут. Попробуй банку. Да, давай банку попробуем. Вообще не чувствует. Не, надо что-то посерьезнее. Да? Банка не идет. Не идет банка. Во, давай вот этот металл. Да, вот этот. Офигеть. Вот это, к примеру, да? Вот сколько им лет, а мне режет. Прикинь. Я просто могу здесь бахрому вот так наделать. Прикинь. Они работают. О, если кому нужны, короче, знаете, ножницы вот здесь на крыше. И резина там же. И резина, вместе, там, и резина там же. Давай. Вместе с колпаком на УАЗе. Аккуратнее это, не споткнись. Да, я помню, я же тебя предупреждал. А, кстати, смотри. Какой толстый металл. Да, я уже обратил внимание, я не вставал. Сантиметр или прям это, 12 миллиметров, по-моему. Поговорим, просто же скачет.